В Шымкенте осудили высокопоставленных полицейских за коррупцию. Почти 3 часа судья оглашал приговор по делу о получении взяток в регистрационно-экзаменационном отделе ДВД бывшей Южно-Казахстанской области. На скамье подсудимых оказались сразу 38 человек. Многие из них занимали руководящие должности. Зал суда не смог вместить всех желающих услышать приговор по этому громкому делу. Подсудимым инкриминировали большой список преступлений. Это получение и дача взятки, легализация имущества, добытого преступным путем, служебный подлог, изготовление, сбыт и использование поддельных документов, создания руководства и участия в преступной организации, 144 факта незаконной выдачи водительских удостоверений и 353 незаконной регистрации автомашин. Экс-начальник РЭО Управления административной полиции Артыбек Жапаров проведет за решеткой 11 лет. Бывшие начальники РЭО Сайрамского, Байдебекского, Махтаральского районов и города Туркестана по 10 лет. Свой приговор сегодня также услышали госавтоинспекторы и криминалисты.